Ротенберг 100% владеет компанией «Стройгазмонтаж». Без конкурса. Выиграл сегодня без конкурса тендер на 200 миллиардов рублей. Ни сметы, ни обоснования, ни расчетов, ни стоимости работы и так далее. А до этого еще 225 миллиардов в прошлом году. А еще мост в Крым 228 без тендера. Триллион рублей в нарушение закона о госзакупках. А вы нам про коньяк, дорогой, рассказываете. А, не перебивайте. Не перебивайте. Народ должен знать. Народ должен знать. Мост через Керченский пролив подорожал. Глава российского Минтранса оценил строительство объекта в сумму 50 миллиардов рублей. И это минимум. Таким образом, стоимость моста выросла вдвое. Еще 4 года назад этот проект оценивали в сумму не более 25 миллиардов рублей. Мост через Керченский пролив подорожал в 2 раза. Теперь стоимость проекта оценивается уже в 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов. Месяц назад ведомство заявляло цифру в 50 миллиардов. А еще раньше говорили про 24 миллиарда. От 150 до 200 миллиардов рублей такова будет стоимость Керченского моста, сообщил зампред правительства КАЗАК. Федеральную целевую программу по развитию Крыма обсуждали сегодня на совещании правительства. Пока ФЦП в листе ожидания, но когда смету согласуют, она может стать одной из самых дорогих на ближайшие годы. Ну а Россия пока продолжает планировать развитие инфраструктуры в Крыму. Как сегодня стало известно, мост через Керченский пролив обойдется как минимум в 200 миллиардов рублей. Такую оценку дало Министерство регионального развития. Деньги должны быть выделены из федерального бюджета в течение 5 лет. Я напомню, стоимость 5-километровой переправы изначально оценивалась в 50 миллиардов рублей, затем в 100, и вот меньше чем за месяц цена добралась до 200 миллиардов. Керченский мост построят за государственный счет. Стоимость оценивают 250 миллиардов рублей. Мост через Керченский пролив напрямую свяжет Краснодарский край с Крымом. Сейчас добраться на полуостров с материковой части России можно либо через Украину, либо через пролив на пароме. Власти рассматривают возможность финансирования строительства из средств фонда национального благосостояния. Об этом сегодня заявил вице-премьер России Дмитрий Казак. Ушай от своего крыльца до нашего дворца. Предъявит мост инженерный и чтоб из хрусталя. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Это какой-то позор. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!